десятилетий прошло с того летнего утра 1941 года. Точная дата и время увековечены в строчках песни. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Сегодня в Бендерах участников Великой Отечественной войны меньше сотни. Сейчас живут уже правнуки тех, кто сражался за Родину. Историю страны яснее понимаешь на примере судьбы своей семьи. Вглядываясь в старые фото, перечитывая фронтовые письма, мысленно оказываешься в 40-х годах прошлого века. И вот после жестоких боев долгожданный привал 13 июня 1944 года. Офицер Советской армии, комбат артиллерийской дивизии прорыва капитан Петр Хромых писал своей любимой девушке Валюше о том, что мечтает победить, вернуться живым и жить долго и счастливо. Вокруг цвела сирень, стихи просились на бумагу, а спустя почти 70 лет превратились в песни. Нашу первую милую встречу мне напомнила ветка сирени, что сегодня принес ординарец и поставил в моем блиндаже. Сиреневая ветка, тебя, родная детка, своим приятным запахом напоминает мне. Зелеными листами, как милыми устами, слова минувшей встречи рассказывает мне. Я цветов опьяняющих запах, весь готов поглотить своей грудью, чтобы он опьянил мою душу, как твой девичий поцелуй. Сиреневая ветка, тебя, родная детка, в землянке заменяет присутствием своим цветов душистых струй. Я пью, как поцелуй, припав лицом горячим к их лепесткам живым. На своем наблюдательном пункте, в самом жарком сражении с немцем, свою жизнь до последнего вздоха я за счастье народа отдам. В грядущем наступлении, в решительном сражении, в любое время ночи, в любое время дня, снарядов не жалея, тяжелой батареей, на голову фашистов дам беглого огня. И девушку родную я крепко поцелую, устах сирени, как кончится война. И девушку родную я крепко поцелую, в густых кустах сирени, как кончится война.